Друзья, всем привет! Вы на канале «Жизнь фотографа», и я отправляюсь на очень интересную гонку, о которой вы узнаете чуть позже. Точнее, не узнаете, а увидите ее. А коротко расскажу, что будет. Впервые буду участвовать в подобной гонке. Это будет спринт-эстафета, где будет принимать участие в каждой команде два человека. И будет коньковый спринт эстафета. Круг будет 2, по-моему, или 2,5 километра. Об этом узнаю, вот, когда приду на базу. В общем, что будет? Мы будем с Евгением, моим напарником по команде, передавать друг другу эстафету, и каждый должен пробежать свой этап 3 раза. Физически не знаю, какое состояние у меня сегодня. Проверим чуть позже, опять же. Но морально я очень готов. Я очень долго ждал этого старта, потому что он интересный, и, по-моему, будет очень классно его посмотреть. Отснимем, потом посмотрите. Села. Села? Номер 50 и 51. А следующие два этапа как получится? Здорово, здорово, Леха. Леха, иди за Костяном, чтобы снимать красиво. Все 3 этапа. Ты за ним. И потом за тобой еще. А со стариком я разберусь. Оп-оп-оп! Я что-то фальстарт свистнул. Ну, судя по... Конечно, спринт, да? Первая такая. 2,1 километра. Ну, вроде 2,1. Это было 2,2, а так 2,1, по-моему. Не спринтерская. Зато подъем первый. Кубки там мира. Для дистанционщиков. Ты перестраховался. Поддел лис. Оказалось, не холодно вообще. Или монтаж такой, все валит. Ни хрена себе. Это сколько, сколько там прошло? 3 минуты? 5. А, ну сейчас еще идут. Ну что, всех приветствую на своем канале. И по традиции начну разбор данной гонки. Мой напарник Евгений бежал первый этап, и я решил его поставить на первый, потому что со стартом у меня на самом деле есть определенные проблемы, и я всегда в толпе чувствую себя немного некомфортно, поэтому решил его поставить в данной эстафете на первый этап. Со старта я сразу же набрал максимально возможную, наверное, скорость для себя. И, к сожалению, наверное, это была моя ошибка, потому что за 2 недели, ну, то есть в течение 2 недель перед этим стартом у меня очень сильно упали объемы тренировочные. Там были определенные моменты и рабочие какие-то ситуации, и отдых. На горных лыжах я уезжал
Вот, и поэтому тренировочные объемы резко упали. И из-за этого состояние было вроде бы хорошее, да, там я восстановился, но мышцы потеряли за такой короткий промежуток времени свою форму, и резкость немного упала, и выносливость. Поэтому на первом же круге я взял достаточно высокий для себя темп, потому что, ну, я понимал, что дистанция достаточно короткая, и, в принципе, не имеет смысла на ней раскладываться, можно валить от начала и до конца. Тем более, что я подобное ускорение уже делал по 2 километра. Ну, там, правда, были более равнинные участки, но тем не менее. То есть, грубо говоря, я понимал, как мой организм будет и должен был бы реагировать на эти нагрузки, но при учете того, что если бы у меня объемы не падали. Здесь же в данной ситуации, пройдя километр, я понял, что что-то происходит не так с моими ногами, они начинали забиваться. У меня такое было, но как бы не так часто такое встречается. Вот, а здесь уже даже вот заходя вот в данный подъем, ноги уже были ватные, я их полностью как бы, ну, не контролировал. Поэтому дальше вот заходя в поворот такой достаточно крутой, здесь даже чуть-чуть немножко, чуть не упал, можно так сказать. Вот, и потерял секунды. Ну, то есть, не, конечно, не драгоценные там секунды и время, но, тем не менее, время было потеряно. Пришлось дальше уже догонять, стараться догнать ребят. В этой гонке я сразу скажу, что был слабым звеном, потому что Женя все свои 3 этапа прошел намного равнее, чем я. Вот, они у него плюс-минус одинаково прошли, а у меня получилось так, что первый этап я максимально быстро прошел, и последующие 2 этапа уже были стабильно медленные, то есть там выходил темп на километр около 3 минут. А средний темп по дистанции получился, то есть тут 2 круга по 2 километра, 100 там, по-моему, с копейками метров, 100 с лишним метров. Вот, и средний темп по дистанции, по-моему, у меня вышел на километр 2 минуты 56 секунд. Вот. Но, опять же, данные по этой гонке можно будет посмотреть в приложении Strava. Ссылка будет в описании. Я знаю, что многие ребята, которые смотрят мои видео, подписываются и наблюдают за тренировками. Вот, но кому это не интересно, может, в принципе, просто посмотреть данные с гонки. Немного статистики по гонке. В гонке принимали участие как мужские команды, женские, и также были смешанные команды. По количеству мужских команд было 36, смешанных 13, и женских всего 2 принимало участие, но это опять же судя по протоколам. Забегая вперед, скажу, что наше место 6, из 36 команд заняли 6 место. С результатом получается 35 минут 49 секунд. До призов далековато было, там чуть меньше минуты. То есть получается 3 место пробежало за 34 минуты 54 секунды. Но сократить такое количество секунд на такой достаточно короткой дистанции, то есть дистанция 6 километров 300 метров получилось, было практически нереально. То есть, ну, можно было там добраться до 4 места, но не более того. По крайней мере, в этот день, в этих условиях, потому что, опять же, состояние было не такое, чтобы ставить рекорды. Но мы в любом случае были очень рады такому результату, потому что все-таки быть там в шестерке лучших среди 36 команд было интересно. Yeah.
К сожалению, полностью получилось записать только первых два этапа, третий не получилось в связи с тем, что села камера, на улице было порядка там 80 градусов и села камера. Она уже не первый раз это делает, в морозы GoPro очень часто быстро садятся. Ну, хотя бы и так получилось записать, и то хоть какой-то материал есть. В конце видео можно будет посмотреть наш тест. После гонки тест лыж. Это будут Salomon S-Lab на структуре G1 и Fisher RCS мои на структуре P5.1. Женя перед гонкой готовил лыжи, но я не помню точно чем. А я, как обычно, ехал на старом парафине, и вы можете увидеть результаты. То есть сразу скажу, забегая вперед, то что все-таки Salomon S-Lab, они немного, но выкатывают дальше. Но это в этих условиях. Бывают условия, когда они выигрывают у моих там метра три на выкате. Но также нужно учесть работу лыж именно на плоской части. То есть не когда вы на спуске, да, замеряете. Спуск, понятное дело, это такой замер, как бы, мне кажется, он даже больше для внутреннего твоего какого-то спокойствия, состояния, то есть что лыжи сегодня едут, сегодня можно на них показывать какой-то результат. Также работа лыж очень сильно отличается уже в моменте, ну, в моменте гонки на плоскости. То есть даже легкость тех же Соломонов, она позволяет не так сильно загружать ноги. То есть те же там 50-60 грамм на каждой лыжи, это все-таки в течение там длинной гонки, начиная от 30 километров, они решают. Ну, посмотрите, сами увидите. Также пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну, а я продолжаю дальше бегать, заниматься, тренироваться и записывать новые видео. Thank you.
свежий. А, Настя, что делать? Ноги забились жестко. Вчера ты жестко. Ну, первый путь я доставал. Я первый слабо шел. Ну, я вначале да, а потом... Я понимаю. Последний этап. Так, минуты две. Твои рядом, да? Да нет. Ну, где-то вон там. Уже, да? Ну. Что, мы же не финиш-то в курсе, да, что вот туда? Ну, да. Наверное. Можно сказать, что... Ноги вообще никакие, просто забились и все. Вот тут вот, это да. Поехать бы. Леха должен, я ожидаю его полторы минуты крайне. Да, ну костяк. Надежда, толкай! Давай, сбогу. Опять ты. Итак, друзья, сегодня мы после совместной гонки с Женей пробежали спринт командный. Сейчас будем тестировать лыжи. Это Salomon на G1, Salomon S-Lab. Это Fisher RCS. Сейчас проверим, как после гонки они скользят. Что, давай я первый, наверное, следу. В лыжне. Тестируем в лыжне. Все, я первый еду. Женя потом за мной. Группируемся. Оп. Сейчас чуть-чуть похуже едут. Оп-оп-оп. Вот. Да. Одинаково вот с Россиньолами Дельта проехали. 18-19 лыжи. Так, сейчас. Вот Соломончики слабо едут. Просто одинаково, смотри. Три пары лыж. Давай перебудемся. Давай.
Все, там переобуемся. Давай на равнине, ну. Ну. Все, сейчас меняемся лыжами. Застегнешь, они автоматы. И я встаю на Соломон S-Lab. Они после РЦСов вообще пушинки. Так. Все. Сейчас я улечу. А, вообще просто контраст такой. Все, переобулись с Женей. Женя вон сзади. Все, опять лыжне. Чик-чик-чик. Опс. Все. Поехали на Соломонах и Слав. Сейчас посмотрим. Чуть-чуть дальше, как будто выкатываю. Так. Не останавливаться. Что, масса решает, да? Масса зарешала, короче. Ну давай еще раз. Ну. Давай я сейчас за тобой. Давай ты сейчас первый. А можно, кстати, одновременно съехать. Ну, соломончики, ребятки, вообще, я вам скажу, небо и земля с РЦСами. Они легенькие. Кантики впиваются. Блин, ну они реально кайфово ощущаются на ноге. Так. Все. Поехали. Все, поехали. Я чуть дальше уехал сейчас. Что-то не то получилось. Что за хрень? Да? Я думал, что это какие-то нереальные истории. Все, еще раз тестируем. Только я вернулся на свои лыжи. Женя сейчас на своих. Будем ехать вне трассы, вне лыжни. По очереди. Давай ты первый кати. Да вот так примерно. Все. Поехали. У меня плохая аура. Ты меня попал, по-моему, на горке. Ой, точно, спасибо. На перчатке. Короче, смотри, все равно они на метр уезжают. Вот, кстати. Топку. Эти, атомики, карбон. Игорь вот прокатился, сделал шлифт, но что-то нифига не едут. Универсальные лыжи всегда не едут. Ну да, кстати. Ну что, друзья, мы все-таки сделали еще один тест. Он был крайне заключительный, но, к сожалению, я не стал его записывать на телефон по одной простой причине. То есть я очень сильно отвлекался на телефон, когда стоял в стойке лыжника, да, на спуске. И, соответственно,
ноги, возможно, ну, в каком-то неправильном положении иногда стояли, и скольжение тут немного тормозилось. Плюс, опять же, телефон на вытянутой руке, он как бы то ни было создавал небольшое сопротивление. И таким образом я решил убрать телефон, и скатились мы снова с Женей, и получилось так, что он на своих фишерах, он на своих Соломонах S-Lab выкатил немного дальше. То есть, в принципе, стабильно они выкатывали, вот, грубо говоря, на метр, там, полтора, плюс-минус. Поэтому я вот не знаю, возможно, это, опять же, из-за подготовки, то, что он все равно провел какую-то подготовку лыж, а у меня они были без подготовки. Но тест, он на то и тест, он может быть всегда разный. Вот. Но в этих условиях, в этой ситуации произошло вот так, потому что гонка, она такая непредсказуемая, и мы всегда можем ошибиться в плане подготовки лыж. Вот. Но в целом я был скольжением очень сильно доволен, несмотря на то, что показал не свой, опять же, лучший результат, который мог бы быть. Вот. Надеюсь все-таки, что ролик был хоть немного интересный, поэтому прошу вас подписаться на канал, потому что сейчас данная цель у меня — собрать 1000 подписчиков. Если соберется 1000 подписчиков, тогда я смогу подключить свой канал на монетизацию, и тем самым у меня будет больше стимула снимать больше роликов и делать их немного интереснее.